Проклятие сериала «Аняне». Двойник, Заворотнюк тоже лечилась от рака. Двойник, Анастасия Заворотнюк, актриса из США Фрэнсис Дрёшер, рассказала о своей борьбе с онкологией. Неужели ситкомы о нянях действительно несут проклятие? О зловещих совпадениях, происходящих с участниками съемок «Моей прекрасной няни». Говорят давно, сначала от рака мозга умерла Жанна Фриске. Певица пробовалась на главную роль, но руководство картины отдало предпочтение Анастасии. Потом от онкологии скончалась Любовь Поличук, исполнившая роль мамы няни Вики. А теперь страшная болезнь добралась до Заворотнюк. Поневоле задумаешься, нет ли какой связи в этой цепочке событий. Масло в огонь подлила Фрэнсис Дрёшер, которая также снималась в комедии «О няне» и перенесла рак матки. «У меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали няню. И вдруг, приговор врачей», цитирует актрису телепрограмма «Про». Публикация фотографии из Инстаграма. Дрёшер боролась с болезнью 2 года. И артистке это удалось, причем, как она говорит, с помощью китайских трав. «Я пила настой в течение 2 лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство», призналась 61-летняя звезда «Американской няни». Фрэнсис Дрёшер основала фонд, который помогает женщинам по всему миру в лечении рака. Основная цель благотворительной организации, для которой меценаты не жалеют средств. Обеспечение ранней диагностики онкологии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Голый зад ликвидированного Панина представили всей стране. Самое страшное для них. Киркоров лишил детей дорогого. Сокровенные тайны смертельно больной Заворотнюк выставили на всеобщее обозрение. Ревела весь вечер. Глюкоза о свадьбе Бондарчука и Андреевой. И многое другое.